день, дорогие друзья! С вами на связи я, Тихонова Алена Сергеевна, художественный руководитель хореографической студии «Штат» и студии «Ритмики» детского центра «Цветик Семицветик». Сегодня вашему вниманию предоставлен мастер-класс урока по ритмике для детей от 2,5 лет и приблизительно до 4 лет. Для занятия вам понадобится теннисный мячик или что-то наподобие, он должен хорошо прыгать. И резиновый эспандер. У меня в студии эспандеры коротенькие совсем. Вы можете тоже что-то найти похожее. Также для занятия потребуется гимнастический коврик. Но если у вас дома на полу ковер или пол мягкий и теплый, в принципе, можно некоторые упражнения просто выполнять на полу. Ну что, приступим, ребят? Приветствовать! Давайте встанем красиво, как настоящие танцоры. Пяточки наши помирились, носочки рассердились. На ладошки мы сейчас намажем волшебный клей, да не просто так. Это нужно для того, чтобы приклеить ладошки вот сюда, на пояс. Все пальчики впереди, а большие пальчики убежали на спинку. Приготовились? Поворачиваем голову направо и киваем головкой «Здравствуйте». Теперь налево. Снова киваем «Здравствуйте». Еще раз направо. «Здравствуйте». И снова налево. «Здравствуйте». Ой, что это у нас? Смотрите, арбуз. Он круглый и большой. Три сестрицы, две руки, левая и правая. Три сестрицы, две руки, левая и правая. Ровно в грядке садики, левая и правая. Ровно в грядке садики, левая и хлопаем. Три сестрицы, две руки, левая и правая. Три сестрицы, две руки, левая и правая. Вот море и реки закрепая, плавая. Вот море и реки. Солнышку дотянуться и дотянуться до земли.
Молодцы. Наш червячок будет качаться на качелях. Кач, кач, я стою ровно. Повторяйте за мной. Молодцы. Выросли на носочки. Давайте покатаем червячка на карусели. В одну сторону покружились. И в другую. Руки прямые. Снова на качелях. Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Садимся на карусели. Катаем нашего червячка. Направо и налево. Высоко на носочки поднимаемся. Наш червячок устал. Пусть отдохнет. Посидит на скамеечке. Спасибо.
зеленого цвета и громко говорит «Ква!». Точно, лягушата.
ножками. И зажмите. Ладошки намазали волшебным клеем. Приклеили на пояс большие пальчики на спинку. Поднимаемся на носочки, колобочка не теряем. Еще. Наверх. Выше, выше. Не теряйте колобка. Еще вверх. Пять. Вот и мы сели на корточки.
Разулись? Вот они, наши ножки.
Смотрите, это наша Маша. Здравствуй, Маша. Здравствуйте, ребята. Покажите, как здоровается ваша Маша. Здравствуйте. А это Саша. Привет, Саша. Привет. Ой, какая она смешная. Маша, ножка прилежная и послушная. Она любит тянуть носочек и хочет стать балериной. Смотрите, как она носочек тянет. Покажите, как ваша Маша тянет носочек. А Саша непослушная нога. Она говорит, не хочу тянуть носочек, хочу баловаться. Ой, ребята, ай-яй-яй. Саша, ты чего? Нужно слушаться. Тяни носочек. Ну ладно. Молодцы. Молодец, Маша. Молодец, Саша. А теперь, ребята, возьмите волшебный клей. Намажем кисточку. Одну. Вторую. И смазываем себя кубики под коленками. Плотно-плотно приклеили коленки, что они никуда у нас не отклеивались. Смазали пяточки и приклеили наши пяточки. Они поцеловались. Все, ножки вместе. Маша, Саша, носочек тянут. Давайте делать упражнения. Приклеили ручки рядом с попой на полу. Спинки ровные, на голове корона. Покажите пяточки, носочки, пяточки, носочки, спинки держим, еще раз пяточки, носочки, помним про коленки, мы их приклеим на коврик, не отклеиваем, и пяточки держим вместе. Маша и Саша рисуют солнышко, давайте под этот рисунок подарим маме. Далеко-далеко. 3, 4, 5.
дальше тянуться. Тянемся, тянемся, тянемся. 3, 4. Зап! Поймали бабочку. Давайте мы на нее посмотрим. Так, у меня бабочка розового цвета. А какого цвета твоя бабочка? Здорово. Ну давай мы ее отпустим, пусть летит. Пока-пока, бабочка. Наступает утро. Детки просыпаются и видят, как в окошко светит солнышко. Вот его лучики, наши ножки и наши ручки. Красивое солнышко светит. Натянули носочки, вытянули коленки. Давайте дотянемся до правого лучика. Взяли ножку за талию. Тянемся. И до левого лучика. Дотянулись до пяточки. Самому лесу. Фух ты, фу. Молодцы,
Молодцы, ребята. Ну что, давайте прощаться. Сделаем поклон.